Приветствую вас, дорогие друзья. Всем салют. Сегодня Дмитрий в гостях. Человек в кепке. Дмитрий. Снова будет вас напрягать. Дмитрий в кепке. Да, вот с Серегой мы не виделись с прошлой весны. Вот. Довелось с ним встретиться наконец-то, обсудить некоторые моменты, рассказать об его подвижках каких-то. Еще мы созвонимся с одним популярным блогером, с Икрамом, с канала Готика. Сейчас же позвоним ему, наверное, с твоего телефона, да? Да, давай с моего позвоним, пойдем, кстати. А, вот он. Набираю его по вас. Так, подожди. Я пока мимоходом расскажу. Кстати, у Сереги новый музыкальный инструмент. Нет, он не новый у меня, он давненько у меня уже. Он у меня на канале был уже. Он тоже самодельный, да? Ну, это подарок. Та-то дудочка у тебя какая-то такая. На время взял. Промышленных. А это такая... Ну, та из бамбука, которая здоровая. Ну, да. Так, а Дима, номер надо, номер. Ну, ты же сохранил его. Да не сохранился, я же тогда в этом. Так, свет фонит, конечно. Почему? Ну, ладно. Почему? Ну, эти такие чмурашки бегут. Это так. Все, кошак, не мешай нам. Так, нормально. Так, ну все, ребята, звоним Икраму. У него есть несколько вопросов к нам. Вернее, к Сергею. Ну и, в общем-то, не царапайся. Да, он и это... Не надо. Ладно, а он сейчас, так и будет. Так что пусть это тебя не пугает. Набираем, включаем громкую связь. Прибавляем громкость. Вязвику. Алло. Алло, Икрам, привет. Икрам, приветствую, приветствую. Привет, Серега. Как дела? Да ну, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Да ты не туда говори, ты как бы. Вроде это самое тут. Вроде новостей поднабежало разных много. То да все, вот сейчас с Дмитрием запишем, поговорим, побеседуем. Ага. Хорошо, ну тогда начнем. Из Красноярска. Надеюсь, все хорошо. Вот я вчера своим подписчикам, ну, всем объявил, что вот планируется при содействии канала «Бэт Пионер» интервью с Серегой. Это у нас уже второе интервью получается. Все равно мы вроде на первом интервью, хотя и там, ну, много, может быть, и там других тем было, но там вопросы все те же. И вот надо вот эту тему сейчас конкретно раскрыть. Итак, начнем. Я все вопросы выписал. И будем сейчас его разбирать. Я буду тебе задавать, ты как обычно будешь отвечать. Четко, коротко, ну, по возможности, там, как посмотришь. Вот. Ну и дальше затронем другие темы. Так, первый вопрос. У нас этот вопрос задали из Германии. Ого. И там тебя из Германии смотрят, из Молдовы смотрят, да и из латиноамериканских стран тоже смотрят, Дима знает. Да. Больше всего из латиноамериканских стран. Серега герой латиноамериканских стран, конечно, пишет все. Короче, на весь мир прославился, так сказать. Ну ладно, поехали. Так, первый вопрос он задает, просит прощения за русский язык, походу переводчиком писал, наверное. Какие у него воспоминания про это событие? Ну вот, спустя время, 10 лет же, однако, где-то около 10 или 11 лет прошло с того времени, и как-то, особенно последнее время, когда вот в связи с, вот, значит, с этими событиями возникали вопросы, значит, где это место, когда туда поедешь, так далее, так далее. Сейчас уже, то есть, вспоминать стал чаще. Ну, как-то я спокойно к этому отношусь, в общем-то. Так, второй вопрос он задал. Есть ли страх у тебя до сих пор ходить в лес, вне зависимости от того, в какой именно, ну, после этого случая, имеется в виду страх? Нет, нету. Нет, да? Лес везде разный, а такое событие, оно бывает довольно редко, поэтому нет, страха нету. Ну,
Были ли звуки в разных направлениях? Было ли слышно и женский голос, пишет? Сейчас так точно уже не могу сказать, что именно звуки постоянно шли с одного направления. Вот со стороны речки, где избушка, постройки старые. Вот в основном, потом же я оттуда уходил, через какое-то время опять они появлялись. То есть, ну они, да, я так как вспоминаю, вот с одного направления. А именно про женский голос я не могу сказать. По-моему, нет. А может быть, но я вот так сейчас уже не могу вспомнить именно в таких вот деталях. Но, по-моему, нет, по-моему, не было женского голоса. Не, ну на видео там прослеживается, типа, женское пение, что-то такое. Ну. А я, не, надо вспомнить. Ты сам-то свой фильм уже давно не смотрел. Так, а я чего, мне до этого у него сейчас подготовка. Я понял. Ну, я сам знаю, я сам не раз смотрел. Кстати, тебе, Серега, тоже надо пересмотреть заново вот эти... Ну, в своей съемке. Там женский голос, лишь он такой, как будто плачет. Мы про это уже говорили. А, это, наверное, там, где я на дерево полез. Да-да-да, там снизу женский голос такой плачущий есть. Точно я знаю. Я сам ни разу ее монтировал, проверял, там, усиливал звук, все такое. Так, идем дальше. Привет из Молдовы. Общий вопрос от моих друзей и меня, говорит. Так, первое. Слышали ли вы передвижение в ту ночь? Ну, там шаги были рядом, как будто кто-то ходит, именно шагами говорит. Привет, привет Молдове, во-первых, спасибо за вопрос. Нет, я таких вот именно шагов поначалу не слышал. Потом уже, когда у костра, там были моменты, что сучок треснет так вот маленько в глубине леса, поближе треснет. Сучок. Потом уже звуки вот эти начинались, возникали. Тогда уже было слышно. А вот когда именно непосредственно на лабазе сидел, это звуки были далековато, оттуда доносились, ну, просто, что там что-то происходит. А именно сами уже шаги, как будто вот сучки ломаются под ногами, это уже когда я был у костра. Ясно. Новое, вот это насчет костра и хруст веток. Хорошо. Ну там вот надо только в наушниках послушать, там будет слышно. Едва-едва, правда, но будет, по-моему, там в двух или в трех местах. Я этот момент посмотрю. Я просто его запомнил хорошо, потому что делал, когда трейлер, вот этот момент туда входил, поэтому. Хорошо. Просто сейчас вот я когда вопросы задавать буду, они некоторые могут быть как бы. Повторяться, ну то есть одно может понимаю, быть связано с другим. Понимаю. Да. Например, сейчас может быть такой же вопрос похожий, но ты отвечай как бы на то, что я говорю, что потому что люди по-любому с разных стран задают, и охота по возможности всем ответить. Да. Я понимаю, Игорь. Я вот хочу сказать, вот передвижение самого звука в начале, когда вдалеке, вот возле реки было передвижение, вот прям звук такой, как будто он перемещается, такого не было, да? Или он с одной стороны именно исходил? Ну, надо мне еще раз это место посмотреть. Я хорошо запомнил там такой момент, что... Как будто что ли как, или хохоток какой-то, или что-то еще, и кто-то как будто пробежал вот так справа от меня, потому что там два или три раза треснул сук. Вот я почему запомнил хорошо вот этот момент. Все понял. Надо мне пересмотреть еще раз. Ага. По вашему мнению, это делали люди осознанно, либо
же вы встретили неизвестных существ? Ну, вопрос, это как бы, может быть, он считает, может быть, это люди ходили рядом. Я понял, раз, спасибо, Игра. Как сказать, люди, это самый, наверное, такой тяжелый вопрос, вопрос вопросов, будем говорить. Но если бы это были люди, тогда получается, что я по ним стрелял. И тем не менее, они продолжали вот эти вот, значит, выкрутасы все. Тут я, а если не люди, тогда кто это мог быть? Вот тут я уже, трудно мне сказать. Я никогда с подобным раньше не сталкивался. Да, понял. Вот эти вот моменты насчет стрельбы и насчет кто это были, мы к нему еще придем. Там тоже есть у меня вопросы, от меня лично тоже. Так, идем дальше. Расскажите, какие вы звуки распознали? Можешь, например, сказать 3 или 4 распределить звуков, например, такой звук, такой, и как бы по пунктам отделить их? Ну вот я хорошо запомнил, когда находился на лабазе, сидел на лабазе. Как будто вот в той стороне, где речка и где избушка, это метров 300 оттуда. Может быть, поближе, может быть, 200. Очень какие-то громкие доносились звуки, но показалось, что кричал человек вот 2 или 3 раза, я хорошо помню. И даже какой-то, как будто такой шлепок был, как будто выстрел, что ли, или что-то подобное. И потом звуки такие, ну, более как будто воет кто-то, что ли. И вот, кстати, тот звук, о котором мы спрашивали, было ли там звук женского пения, мне, я почему вначале сказал нет, я понял, о чем идет речь, я тоже помню этот момент, вспомнил, когда я был на дереве. Там был звук такой протяжный такой вот. Вот. Да, это как будто, может, это не женский, но он похож был. Как похож, да, я очень, да, вот, очень вот этот вот звук. Да. А насчет звука металла, помнишь, Сергей, такой металлический, постукивающий такой звук, как будто там, не знаю, по кастрюлям стучали, ну, такой, или барган, или я не знаю, как там называть. Металлический звук, собственно говоря, с него-то и началось все, когда я на лабазе сидел, слушал. Я же его начал не сразу записывать. Это где-то продолжалось уже минут 15-20. Я понять не мог, что это такое. Вот он, кстати, возникал то в одном, то в другом месте. А потом уже я его, когда начал записывать, и он довольно долго, ну, я его помню, что довольно долго я его слушал, наблюдал его, да. Ну вот это ж, ну что это за звук? Я. Серега, ты это можешь чуть-чуть ближе сесть, и что-то тебя плохо слышно, как будто ты водой разговариваешь. Ага, вот так. Алло, Игра, вот так нормально? Да, вот тебе нормально, мы в разных странах же. Да-да-да. Да. Приносим извинения, дорогие зрители, что у нас будут посторонние звуки. В принципе, встретились, позвонили, все это без всяких прогревов. Да-да, Игра, ага, мы слушаем. Себя не слышно, Дима. А, теперь я далеко, наверное, вот нахожусь. Вот так вот ближе, вот так вот. Вот. Ну ладно, так, получается, звуков несколько. Мужской, наверное, звук, ну, человеческий, металлический звук. Звук вот этой вои с женщинами, там, не знаю, ну звук, вот, да, был какой-то, да, звук вот, шагов. Когда вспомнил сейчас, вот когда вот был крик, он такой был, да, как вот именно как человек кричит. А вот потом вот эти звуки, которые как воющие, я имею в виду, вот они тоже какие-то непонятные, то есть. Смотри, Сергей, вот. Что интересно, тут не один звук идет такой, да, вот как бы одно существо там или чего бы то ни было, а он издает разные звуки, такое ощущение, что у него как бы, то ли это разные, там, группа, там, несколько их штук, или это, он так один издает, но он то двигается, то воет, то по металлу. Ты представляешь, это что может, например? Было, Икрам, было впечатление, да, что у меня, допустим, не было ощущения, что там кто-то один. Было ощущение, что там
их много. Да, ты даже в видео такое говорил. На это я вспомнил, да. Видел, о, там, да, да, их, да, много. Это, ну, ты сам, я это... Было вот это вот ощущение. Но... Насчет Молдовы мы, короче, ответили парням с Молдовы. Спасибо им за вопрос. Привет, Молдове. Так, а вот, это уже наши вот вчера мне писали. Ну, вот это вот этот частый вопрос. Пусть камеру получше возьмет, говорит. Фото ловушки почему не расставит? Желаю Сереге огромной удачи. За полочку не держи, а полочку держи. Я показываю камеру. Камеру, фотоловушку, этот, как называется, этот, прибор ночного видения, и кого-нибудь из блогеров тут пишут, кто вот, этот, ну, кто вот знает такое, например, вот... Имеется в виду сходить в то же место с фотоловушками, об этом идет речь? Со снаряжением мощным, короче, более, чтобы там как бы заснять. Есть такая мысль пойти туда-обратно и заснять так, как они просят вот, подписчики, ну, зрители. Вы знаете, экран, да, этот вопрос возникал уже неоднократно, и многие задавали его, ребята. Поначалу я как-то, ну, не рассматривал это, потому что все-таки это отдалилась тема, прошло 10 лет, а вот сейчас, да, пожалуй, интересно было бы сходить, и учитывая технологии сегодняшние, и звукозаписи, и видеосъемки. Что-то подобное было бы, наверное, интересно. Но просто я сейчас пока далековато от тех мест. И весной тут у меня запланирован маленечко другой поход. Ну, а посмотрим, как бы, будем живы-здоровы, дай Богу. В ближайшее время, да, можно было бы, конечно, туда съездить. Получается, смело можно сказать, что ты планируешь, да? Даст Бог, планируешь. Да. Да, уже хотя бы рассматривать он начал в этот момент. Икра, можно я еще вставлю немного про... Часто и на моем канале тоже люди пишут, нужно туда с тепловизором, с ПНВ с хорошим туда ехать. Ребята, эти вещи стоят очень больших денег. Нормальный теплак, там вот... Подожди, Серега. Нормальный теплак... Ну, порядка 300 тысяч, там 200-300 тысяч. Ночной нормальный, ночник, через который еще и можно что-то снимать, он тоже стоит огромных денег. Они бушные стоят там от 50-70. Там... Ну, это с техники тысяч за 200, за 300. Это 200-300, это если что-то одно ты приобретешь. Если те же фотоловушки, они в принципе недорогие, я их имею, то именно... Вот эти приборы, с помощью которых можно снять, и тем более тепловизионные, любые приборы, они, ну как они, полувоенные такие, они стоят очень больших денег. И, соответственно, и путешествие туда не дешевое, да, в общем-то, выйдет. И все это оборудование очень дорогое. Да, самое главное оборудование. Добраться туда можно. Да, по крайней мере, я знаю множество охотников. Вот у нас с Сергеем общие знакомые, друзья, которые, в общем-то, не из бедных людей, но у них такого оборудования нет. У них есть рации, у них есть неплохое оружие, что ты так фонишь-то. Но вот таких приборов у них опять же нет. Поэтому это не так все просто. Возьми. Конечно, можно взять и вертолет, и самолет, и спутник, но это все стоит денег, поэтому не так-то просто. Конечно, бы мы взяли это все и снарядили, но вот, допустим, вот эта камера. Вот эта камера хорошая. Ну, я думаю, что больше сотки стоит такая камера. Да, так не стекла еще, все. Понятно с этим. Так, я насчет фотоловушки выскажу, тут немного как бы ремарку сделаю. Я вот лично сам, ну, как бы я изучаю, верю, вот это все паранормальное, то, что вот джинны у нас в исламе называются, те существа, которые живут в всяких вот горных местах, там, заброшках, лесах, они считаются как невидимыми, они могут издавать звуки, но даже если вы поедете туда самым крутым оборудованием, не факт, что вы заснимете какой-либо силуэт, да? Верно же? Да, экран, здесь еще дело в том, что, допустим, это ведь
Ну ладно, это было 10 лет назад, а плюс к тому, то есть я там не был 10 лет в том месте. И событие это, во-первых, еще же, оно же не сразу, я до этого там 2 или 3 раза на этом лабазе ночевал. У меня 2 лабаза, на одном ночуешь, не вышел зверь, идешь другую ночь на другой. И вот 2 или 3 раза не было ничего, а потом это вот все началось. Поэтому, конечно, это не факт, что даже с такой техникой, если там все. Да, это случай. Вот до этого там был раз, не было ничего. Другой раз там ночевал, охотился. Ну, то есть пытался охотиться, не было ничего. А вот другой раз пошел, вот, пожалуйста, там вот такое обстоятельство. Поэтому я не могу сказать, связано ли там это с теми местами, но вот у нас в Сибири говорили, что у вас говорят джинны, а у нас говорят, ну как, духи, да, лисы их называли. Не, лисы не животные, а лисы именно вот, ну, по-разному. Так, и можно я еще секундочку, опять же, про фотоловушки из личного опыта, что их как-то ставят в определенных местах, в местах засолки солонцов, в местах, где пьют животные, ну, какие-то родники. То есть по всему лесу не навешаешь этих ловушек, и она, ну, определенный метраж всего фотографирует. Вот, а даже будучи, если допустить такой момент, что там какое-то такое существо, неизвестное науке, то не факт, что оно попадется именно под эту ловушку. Тайга, она необъятная, и на каждом дереве ловушку не повесишь. Это очень сложная процедура, допустим. А когда пишут люди, что туда целый рейд надо научно отправлять, то где вероятность, что вот это, будучи даже, если они бывают какие-то такие существа скрытные, где вероятность, что это существо объявится, зная, что приехала целая банда ученых там каких-то с определенным оборудованием. То есть тоже это такое. Смотрите, парни, у меня вот одна такая мысль появилась. Я их вот называю часто катализаторами, ну я сам так условно катализатор. Это когда вот катализатор, усилитель реакции же считается. И вот, например, чтобы вот они проявились, можно сделать так, чтобы их как бы вызвать можно, например. Но для этого там есть кое-какие обряды, чтобы сделать. И если, например, Серега или вы вдвоем пойдете и кое-что сделаете, кое-какие действия, который я вам скажу, тогда более есть, ну, вероятность того, что они появятся. Это надо тебя как туда с собой брать. Нет, я как бы, блин, я бы поехал бы, если бы я бы, если бы жил бы в России, я бы давно уже возле вас сидел. Просто сейчас никак. Ну, если вдруг вы, например, пойдете, чтобы, если хотите цель ваша заснять, тогда надо их вызвать. И вот катализаторы, они есть вот эти всякие, ну, вещички, там, долго рассказывать. И это безопасно для людей, вызовы такие, таких сущностей, там, или что это такое? Ты имеешь в виду? Ну, допустим, если допустить то, что такие сущности имеют место быть, и мы такой катализатор, как ты говоришь, ну, сообразим, да, и вот они появятся в очередной раз. Не будет ли это опасно для здоровья, для нашего там? Все. Экран. Ну, да, экран. Мало ли они нас там разорвут или там еще что-нибудь. Экран. Дмитрий, очевидно, имел в виду, не будет ли это опасно в том случае, что мы их сами вызвали, мы их сами позвали, и не последуют ли они потом за нами потом где-то в жизни, в дальнейшем? Вот это, может быть, что имел в виду еще Дмитрий. Я хочу на ваш вопрос ответить. Смотрите, опасность есть всегда. Так же, как и на машине ездишь же, она и полезна, и опасна, так же, как самолеты. По-любому опасность есть всегда. Они, вот ты прав, Сергей, извини, вы правы, Сергей. Можно на ты, да? Да, конечно, игра, конечно. С тобой на ты же. Ты прав, Сергей. Они, если прилипнут, то могут за тобой последовать. Такие случаи нередкость, бывало часто. Но
Это вещь рискованное дело. Просто все, например, вот эти блогеры, которые вызовы делают, ну, большинство, это ясное дело, постановочное. Но если реально в таких местах, в которых ты побывал, там может появиться сущность. Но мы не знаем, какая она может быть, агрессивная, не агрессивная. Они же тоже делятся, они как люди, бывают злые. Например, если бы они не захотели бы, они бы тебя не отпустили бы там, верно, Сергей, ты про это сам знаешь? Ну, вот эти хозяева тайги, как ты их назвал. Но они почему-то и боялись выстрелов, Сережа. Да, если бы они, смотри, если бы они захотели бы, они бы делали так, что Сергей пропал бы без вести, не дай бог, конечно. Ну, верно же? Ну, я думаю, да. Если бы, если... Так, что-то у нас фонит сильно. У нас эхо возвращается, то, что вот мы говорим. Короче, смотрите, парни, этот вопрос еще мы обсудим. Главное, что если намерения не будет, можно вызвать, но... более как бы по-другому, не так прям, выходи, кто тут, типа, так не будем, а так, как ты, Сергей, вот сам делаешь же, ставишь всякие эти, там, еда, подношения, все такое, ты же сам знаешь эти примеры? Я понял. Просто можно как бы им добрый знак высказать, что вот ты пришел заснять, и если там, например, что-то положим, например, потом ты уйдешь, придешь этой, например, еды там не будет, это уже будет доказательством, верно? Ну, конечно, там есть кого-нибудь. Волк там, не знаю, что-нибудь не съест, а так, чтобы это, там подвешать куда-нибудь, например, вещичку, там, еду какую-нибудь, чтобы этот дух пришел, его взял, и мы поймем, что он контактирует с нами. Вот, что я хотел сказать. Хоть и даже не покажет себя. Нормальный вариант, да? Ну, в любом случае... Я думаю, надо просто... Алло. Нет, так ты говори, я попробую подальше. Я думаю, играм в любом случае, там надо просто побывать, поночевать тихонечко в том месте, понаблюдать, посмотреть, ну, приготовить какую-то технику съемочную. А там, бог знает, может быть и не будет ничего, может быть, что-то опять произойдет. То есть, если ты пойдешь сегодня туда, ты посмотришь уже... Все успокоятся, те, кто спрашивает, вернись там с оборудованием. Ну да, согласен, да. Прям вот эти места, где ты был, прям заснимешь, по тому же маршруту пройдешься, и уже, если даже тишина будет, уже хоть какой-то это будет результат для контента, в первую очередь. Потому что ты же канал, например, открыл. А, кстати, давайте о канале поговорим, да, парни? Да, Экран, я два слова на предыдущий вопрос. Так, дорогие подписчики, зрители канала Готика Паранормальная, хочу вам сообщить, кто не знает, что у Сереги есть официальный YouTube-канал. Вот все спрашивали же на первом видео, когда я выложил, а есть у него канал, Я говорю, нету канала, ну то есть, что есть вот быть пионер, а Серега, он постоянно в разъездах там, на охоте. И вот теперь канал открылся у Сереги официально, я ссылку в описании поставлю. И вот теперь важный вопрос. Смотри, Сергей, ты какой контент собираешься выкладывать на своем канале? Расскажи, пожалуйста, нам. Алло, Экран, слышно меня? Говори. Слышно, говори. Какой контент мы увидим на канале официально, Сергей? Вообще замысел канала, то есть документальные фильмы многосерийные, значит, о путешествиях по различным диким уголкам природы сибирской, в том числе и местам, как говорится, с дурной славой. В том числе, потому что я знаю два места. Это о которых знают 2-3 человека всего. Я их знаю давно, и учитывая то, что произошло, вот я хочу эти места посетить. И, значит, ну и вообще это о природе, о путешествиях. Сейчас просто пока там такой контент, что разные рассказики, истории из жизни. Ну это тоже, у тебя же тоже страшные истории там. Но это не основной контент. Вообще планируется именно документальные фильмы. Что посоветую, если не прочь. Да-да. Как блогер, наверное, с опытом. Смотри, я понял, ты хочешь как
вести документальную, как бы, наверное, видеодневник, как живется, как выживать, как что есть, да, в тайге, там, как где спать, все такое, да, ты хочешь. Да, одиночное путешествие на 2-3 месяца, и все, что с тобой происходит, ты снимаешь об этом документальный проект. Хорошая тема, кстати, я тоже люблю, и многие такие, и за границей, там даже язык не нужен, чтобы понимать выживание, но везде выживание, охота, она и в Африке охота, как бы, как говорится. И это, я хотел посоветовать, чтобы ты контент такой делал, например, минут там 20-30, например, сделал, вот как сварить, например, там, к примеру. А кстати, да, Икрам, извини, пожалуйста, перебью. Я, кстати, сейчас буду делать пеймекан. Это специальное таежное такое блюдо, которое сохраняется месяцами у тебя в рюкзаке, чтобы можно было. И как раз я буду об этом снимать. Это очень хорошая идея. А просто я хотел сказать, чтобы, ну, не длилось видео, чтобы там 40-50, полтора часа там. Она конкретно вот разделить или хотя бы долго снять, потом вырезать, чтобы контента больше было. С сериями, частями небольшими, ты имеешь в виду? Да. А, да. Чтоб не уставал зритель. Да. Например, ты сегодня снял, как ты вот приготовил еду, вечером вот ты доехал, так посмотрел, там воду, чай, кипятил, еду приготовил, все, уснул. Следующая серия уже продолжается. Ты утром встал, там мясо порезал, пожарил, поел, пошел охотиться. Все, стоп. Следующий уже ты на лабазе сидишь, например, примерно вот так поэпизодно будет так интересно. Я так думаю. Ну, это мое личное. Да, убежание аудитории тоже. У нас начинается эхо с телефона, да, наверное, надо чуть-чуть потише говорить. Вот, повторюсь. У Сереги на канале, канал называется «Сосновая грива», ссылочки будут в описании под этим видео. Уже имеется какой-то контент, где он ночует возле костра, рассказывает истории и, ну, какие-то кадры очень красивые. Он, я опять же повторюсь, у Сереги есть талант снимать какие-то красивые моменты, красивые кадры. Теперь у него есть кое-какое оборудование, с помощью которого можно передать всю красоту природы. И вот он начинает пробу пера, да, скажем, все-таки он пришел к тому, что канал ему надо все-таки делать, люди ждут от него контента, и поэтому я очень рад за это. Вот, спасибо тебе, Икрам, что помогаешь нам в популяризации нашего молодого таланта. Молодого. Кстати, Сергей летом переболел коронавирусом. Очень переживал по этому поводу, да. Ну, я его как? Я его так вроде в легкую почихал 5 дней. Обоняние пропало. Я самогонки стакан с олениной выпил. И все. Вроде так. Фу. Ясно. Ну, надеюсь, хорошо, что, слава богу, что все прошло. Ну что, продолжим наши вопросы. Давай. Серега, ты правильно, вот когда мы с тобой начали, ты правильно заметил, ты сказал, вроде как я понял, что есть удобные места, да, еще, наверное, ты куда можно сходить. Есть такие нехорошие места? Ты знаешь, Икрам, я одно время интересовался, ну, наверное, довольно длительное время с разными людьми разговаривал, места, о которых знают 1-2 человека вот на сегодняшний день. И о них разговоры ходили всякие. Ну и в том числе просто сами по себе калорийные места. То есть это мы как бы открываем, то есть путешествие, вот открываешь места Сибирь с другой стороны, не просто, что, допустим, охота, рыбалка, а именно путешествие, именно вот такие места интересуют, потому что по какой-то причине о них так говорили. Но не где-то, допустим, много же пишут разных рассказов, историй, которые люди, откровенно говоря, выдумывают. Говорят, вот там место такое. А здесь именно знаешь от людей, которые, ну, 2-3 человека знают вот об этом. И вот меня именно такие вот стали интересовать вещи. И я их собирал, Икрам, достаточное количество времени. Но, по крайней мере, на сегодня знаю 2 таких места. Но об этом пока говорить рано еще. Я пока так об этом маленько умалчиваю, поэтому. Смотри, ну мы же говорим о
будущем твоего канала же, как бы, где ты будешь выкладывать. Нет, я имел в виду, просто сами эти места я пока еще не называю, не раскрываю. Я это имел в виду, пока в них не побываю. Просто я хочу, чтобы, ну, я и зрители, подписчики мои, чтобы ты туда вернулся, потом, если возможно, что есть, чтобы ты поехал потом уже далее, не знаю, когда... в другие места, где тоже может быть такое же, например, просто поискать. Не обязательно там туда идти, где вот тебе сказали пару человек, а еще где-нибудь таких глухих местах, может быть, что попадется. Ну, это на будущее. Я думал, экран, перебью тебя, я думал туда съездить где-то, наверное, дай бог, ближе к августу. Потому что весной-то я туда не поеду точно, потому, ну, то есть то, что уже запланировано, задумано, где побывать, уже договорился с людьми, меня ждать будут, это будет некрасиво с моей стороны. А вот в августе, Икрам, туда действительно, даже не в августе, а где-то в начале августа, самое такое вот хорошее тогда время. Вот туда можно съездить, очень интересно. Да, вот так. Помимо нехороших мест, как ты сказал, это не основа контента, а основной у тебя показ жизни в тайге. Вот помимо этого можешь рассказывать свои вот истории всякие, ну, про тайгу, про мистику и показывать, как выживать, охотиться. Ну, вот это контент. Тоже интересно, например. А мистика будешь разбавлять, если он тебе попадется, конечно, там. Вот и все. Думаю, отлично получится. Канал, думаю, раскрутится, я так предполагаю, потому что контент это очень интересно. Про тайгу вообще все любят. Вот. А, ну что, дальше, да, посмотрим вопросы. Так, игра... Если что, все, продолжай. Вот этот вопрос, это его и в начале писали, и до сих пор пишут. Слово «начинаем», помнишь? А, во-во-во-во, Икрам, вот это здорово, что ты затронул эту тему. Мне тоже ребята об этом задавали вопрос, ты знаешь? Я уже 1000 раз отвечал на этот вопрос, наверное. Как минимум. Да, то есть я сидел, сижу у костра, начинаются вот эти звуки. Камеру я еще не включаю, но у меня она с фонариком вместе. Фонарик-то я включу, и камера включится. И вот сижу, слушаю, ага, там сучок треснул, там вот полились опять звуки. Тут я включаю камеру, поднимаюсь, беру карабин. Начинается, блядь, я там с матерком маленько в конце. И это, видимо, ну, я сказал это про себя, то есть, как бы, ну, не предполагая, что это записывать или там. Просто вот оно осталось. И поэтому я не знаю, почему, если ребята внимательно слушали, там говорят, что какие-то блогеры внимательно там слушали, разбирали, был разбор звуков. Как они это не определили, я не знаю, почему они говорят. Не, ну, там разбор звуков по другому моменту был. Да. А, ну там показалось, ребята, вам показалось. А, ну, Серега сказал, начинается. Он просто так это. Смотрите, парни, можно я скажу? Да, Икрам. Смотрите, как бы я часто сталкиваюсь с критикой. Вот. Просто человеческий мозг, я думаю, вы согласитесь, он так устроен, что он. Сразу все не воспринимает, если что-то новое появляется, необычное, странное, он как бы мозг человеческий, он его отталкивает, ищет оправдание как бы ему, чтобы вот... Не, ну, конечно. Как бы разобрать, что это не может быть типа такого, вот, и поэтому вот это начинается разбор по косточкам, начинаем там... Ну, в свою очередь я повторю ответ для тех людей, ну, касаемо чего мозга мы сейчас разговариваем.
В любом случае этот фильм монтировался. В любом случае этот фильм монтировался тщательно, кропотливо. И если бы в действительности Сергей кому-то, как многие заявляют, по рации говорил «начинаем», то почему бы ему не отмонтировать этот момент, не убрать его? Почему бы мне сейчас, когда этот фильм имеется на моем канале, взять и прям, можно в Ютубе сейчас имеется возможность, прямо вырезать куски видео и удалять их. То есть дело именно в том, что это не «начинаем». Это, то есть, так кропотливо смонтированный фильм, где каждая деталь показана, и такой ляп дурацкий совершить. Ну, то есть я всех любителей там раскрывать тайны, ну, попробуйте в другом моменте в каком-нибудь поискать правды. Да, конечно, я тысячу раз на нее. Я почти каждый день кто-нибудь мне на канале задает вопрос. Я уже смеюсь, я уже там как только не отвечаю. Вот. Дело в том, что я вот, допустим, не верю, да, в наличие сверхъестественного. Поэтому я задался целью найти какие-то звуки похожие, которые животные издают там туда-сюда. И к определенным выводам все-таки я прихожу. Очень много, вот весь спектр звуков этот можно определить как множество различных криков животных. И там, ну, то есть... Этим моментом можно заняться, можно задаться. И я впоследствии тоже планирую свое расследование данного, ну, мое видение, что бы это могло быть. Поскольку мой мозг почему-то не хочет принимать версию о сверхъестественном. Но вот так разные люди устроены. Кто-то напрочь заявляет, что это снежный человек и не что иное. Кто-то говорит, что это духи. А вот я, допустим, наоборот заявляю, что это, скорее всего, сова, рысь там. Ну, или еще что-то, какой-то гон у животных. Может, раненое животное. То есть я к этому еще приду, я выложу полностью. Ранил моралы, вон там это. Мало ли там, может, бешеное какое-то животное. То есть я пока весь вот про это думаю. Опять же, у меня множество людей охотятся, рыбачат в тайге, бывают подолгу и далеко. И пока что ни следов, ничего подобного они не видели. Да, некоторые сталкиваются с какими-то непонятными звуками. Но факт, что никто пока что не видел следов снежных человеков, никто не видел их экскрементов, пищевой какой-то базы их жилищ, это факт, остается фактом. Что касаемо духов, ну, для меня это тоже как бы немножко из категории недоказуемого. Вот. Это просто я свое мнение, ребята, выразил. Звук маленький. Да, звук, кстати, лучше стал. Но это просто мое мнение. Да-да, игра. Я вот насчет скептиком, ну, тем, кто не верит. Ну, по-любому, что бы ты ни говорил, что бы ты ни снимал, по-любому, некоторым людям не докажешь ничего. Просто я сегодня был заново в моменты, вот, Серега, во вторая часть. И так смотрю, вот, ну, там реально жутко, там деревья, там вообще ни хрена не видно. И прикинь, если бы, допустим, это была бы постановка, и Сергей бы, вот, например, там попросил бы кого-нибудь, там парочку человек, там, постучите по металлу, и там какой тайга жуткая, и прикинь, там вдалеке кто-то доходит, там стучит, ну, блин, там... А Сергей по ним шмаляет, да? Сметовка. Да, я по ним стрелял. Не просто, я бы, например, если там Сергей был бы, я бы не ходил туда один где-то стучал, мне бы жутко там было, даже постановку устраивать в этом месте, там один мне жить на улице, если честно, вот. Все хищники охотятся ночью, чтобы вы понимали. Там, волки, волки, медведи, кабаны, рыси, они все... Каждый имеет право на выбор, да, верить или нет. Я никого не говорю, вот ты должен верить или не верить. Конечно, икра. Кто-то не хочет, пусть не верит. Там, кто-то, пожалуйста, начинает. Вот это вся хрень, короче. Да. Ну, это мы... Не, ну, вот... Да, экран, в отношении... Начинаем еще буквально 2 секунды. Начинается, блядь, там говорится, если прямо говорить. Из песни слов не выкинешь. А так и назвать было, Василий. Начинается, блядь. То есть я поднимаюсь, хватаю карабин, включаю фонарь, включается запись. Я говорю, начинается, блядь, сам себе, сам собой.
вот этот момент, это вот он вот такой, там нет начинаем, что я кому-то говорю. Начинается, имею в виду, что началось это все опять, звуки эти полились. Ну, мое мнение, это вообще бесполезно. Говорить все равно и завтра, и послезавтра будут вот эти люди, очередные просмотревшие, будут приходить со своей версией. То есть, это бессмысленно. Может, для кого-то мы приоткроем все завесу тайны, но завтра найдутся новые, которые все равно продолжат задавать этот вопрос. И поэтому на данный момент самый популярный вопрос на моем канале. И почему Слесла-база, и начинаем. То есть, вот, все. Слесла-база, сейчас мы до этого дойдем. Вот это вот, почему они вот эти, начинаем, вот это все делается. Знаешь, почему вообще, Сергей, слышал? Да-да-да, я слушаю тебя, Игорь. Я вот лично думаю, что люди сомневаются, те, кто сомневается, из-за того, что ты сам как режиссер же монтировал, снимал там фестиваль, помнишь? Да-да-да-да-да. Ну вот, кстати, Грам, на канале фестивальная версия будет фильма. На канале. Да, она там уже есть. Да. Твои навыки, операторские, режиссерские, документальные навыки создают почву для сомнений, верно? Ну, я на это могу, я понимаю вопрос, я могу на это ответить так, у меня на самом деле навыков нет никаких, я же не учился на это нигде специально, то есть... Не, многие мне в укор ставили, что а вот этот фильм был на фестивале, значит, это вранье. То есть вот так вот мне некоторые писали, товарищи. Да-да, Икрам. Я вот хотел сказать, это им все равно. Ты учился, не учился, монтировать умеешь, нет, ты главный участник кинофестиваля, все, значит, ты псевдодокументалку снял в стиле там «Ведьмы из Блэр» и тому подобное, короче. Ну, кинофестиваль это как следствие, это не как причина этого фильма, это следствие снятого фильма. Вот. То есть, если бы была причина фестиваль, то есть фестиваль появился задолго после того, как Сергей снял этот фильм. Это случайность, да, это уже рассказывалось. Нет, фестиваль, Дим, подожди. Фестиваль это как бы... ну, тут я не знаю как. Тут уже, в принципе, ничего такого сверх того, что мы сказали. Я не знаю, как. Да, уже рассказывали об этом, да. И про фестиваль. А фестиваль получилось, собственно говоря, просто, ну, мне нужно было кому-то эту работу показать, не было. Если быть еще. Грубо говоря, фильм снялся в 2011 году. Показал, познакомился, значит, 15-м. С товарищем, ну, товарищ мой Андрей. Он тут мне помог, благодаря ему был кинофестиваль. Поэтому это как бы разные вещи. Я имею в виду, что разбег по годам около 5 лет от того момента, когда был снят эти кадры, и до того момента, как он попал случайно на фестиваль, прошло около 5 лет. 4 с лишним года. Поэтому говорить о том, что этот фильм снимался специально для фестиваля, там, или что, чтобы... Ну, как случается, это фестиваль авторского фильма. Там что угодно можно было представить на нем. Посоветовали мне, просто я, когда показывал исходники, вот эти материалы, значит, сказали, так вот ты смонтируй, ты же хотел про охоту монтировать, но смонтируй это событие, как все было, и будет история. Да, в общем, я начал осваивать тогда программу, начал монтировать, значит, это все дело. Потом, ну, надо куда-то показать. Мне товарищи мои посоветовали. Вот, говорит, обратись туда-то, значит, в Красноярск. Я обратился, и мне вот Андрей, мой приятель, мой товарищ, с этим делом помог. Ну, мы тогда еще были не знакомы, вот познакомились, все это самое. И вот он мне помог с кинофестивалем. Собственно, меня туда он продвинул тогда. А так он туда попал. Но это было, да, это где-то было, где-то 4 с лишним года прошло после именно самих событий вот этих. Поэтому тут сказать, что ради фестиваля, я не представлял, что он будет где-то на кинофестивале или где-то еще. Задача была, хотелось же, сверхзадача-то была, Икрам, хотелось же снимать именно о природе какие-то охотничьи навыки старинные, как вот еще в 19 веке поступали, я вот ими пользуюсь. Ну, именно охота для еды, когда, не для развлечения. Вот это все как-то передать, какую-то культуру вот эту, то есть какой-то проект именно посвященный тайге, что, собственно, сейчас вот я и намереваюсь сделать. А уже когда появилось вот это событие, собственно говоря, почему я и не монтировал, потому что я не знал, что делать. Ну, не получилось у меня про охоту, там, а вот про это получилось.
А теперь, конечно, я вспомнил эти места, про которые мне рассказывали. Я хочу эти места посетить. Там тоже именно таежный поход. Ну, и поэтому вот я сейчас к этому делу готовлюсь. То есть после этого события, можно сказать, я вспомнил, что такие места, вот, о которых мне люди рассказывали, которые я вот помню, когда я их собирал, интересовался ими еще по юности, еще до армии. И вот поэтому мне, думаю, вот в тайгу походы вот надо в такие места, о которых знаю, о которых слышал, может, там что-то интересное. Вот. И, собственно говоря, с этого и возникла идея того проекта, к которому сейчас вот веду подготовку. Вот. Ясно. Вот как раз про это кинофестивали тут вопросы задавались, мы на них ответили, думаю, эту тему закрыли. Так, и тут что еще у нас? Следующий вопрос. Когда он вернется в тайгу, будет переконтент, мы на это ответили. А, здравствуйте, пускай вернется и проведет там время, если откажется, то пускай даст точные координаты блогерам, которые любят такие места. Думаю, они согласятся, ждем с нетерпением. Точные координаты мы давали. Они есть в видео на каналах у меня. Там как раз в описании написано, что даем координаты этого места. Мы даже пытались точку на GPS-картах поставить. Ну, короче, при желании все это можно найти, но вот в прошлый раз, когда мы с Сергеем на этой кухне сидели, как раз мы созванивались с человеком, который это самое решил туда отправиться, но вот у них зимой не получилось туда заехать, доехать вернее, из-за именно причины того, что туда очень трудно добираться именно в эти места. Это сильно пересеченная местность с большим количеством снега зимой, с большим количеством паводков весной. И только в определенное время туда можно доехать. Ну, это, осени лучше. Да, ближе осени. К осени, конец лета. Сергей. Да-да-да, игра. Это были лоси, животные, на это мы, короче, ответили. Это не животные, твое мнение высказал. Следующее. Ты шмалял в разные стороны. Разве так можно? Вопрос как бы про навык охотника. Разве так можно разные стороны шмалять? Ну, ага, я понял вопрос, экран. Я стрелял исключительно на звук. Сначала слушал, откуда он льется. Если он, когда звуки приближались ближе, тогда уже я стрелял именно в это место. Держал карабин в одной руке, в правой, в другой у меня был фонарик. Ну, вместе с видеокамерой, разумеется. Не, на самом деле в лесу... Коротко отвечаем. В лесу стреляют люди, когда охотятся, стреляют в ночи. Главное понимать, где... Дим, коротко. Не, я просто разверну, что такой момент. Ничего бы страшного, я думаю, не произошло. Опять же, если бы, будучи там люди в той стороне, а там их быть особенно-то не должно было бы, то они бы себя обозначили. Скорее всего, когда по тебе стреляют, ты либо перестаешь орать... Либо они стреляют вот здесь. Это были строго охотничьи угодья Сергея. Быть кого-то другого там в принципе не должно было. А если бы он должен был бы, либо он бы спрятался, либо обозначился. В такой тайге пуля сильно там, далеко там, не летит. Там маленько не так. Дим, мы затягиваем экран. Не, я просто могу... Экраму нужно вопросы задать. Подожди, я секунду, я разверну, потому что мне тоже этот вопрос неоднократно задают. Умники пишут, что на самом деле где тайга густо заросшая толстыми деревьями, пуля там больше 100 метров не пролетит особо, она все равно какое-нибудь дерево наткнется. Да, там это ж не поле какое-то, где там какой-то грибник вдалеке идет, и ты стрельнул и убил его. На самом деле в тайге, вот в такой, где Сергей был, где бурелом, там пуля далеко не улетит, несмотря, ну, просто она врежется в дерево. Там такой чистокол этих деревьев, что мама не горюй. Вот. Все. Ясно. Так, смотри, Серега, мне вот самый важный вот сегодняшний мой такой топовый вопрос. Ты слышал, вот у меня на канале, может быть, не видел, ты обязательно посмотри, Сергей. Ага. Дима, ты, наверное, видел. Есть, как бы, серия видео команды Бурцева. Знаешь такого? Слыхал? Ну... Бурцев, кто, да? Что-то знакомое вот так на слуху, но я видишь, я смотрел очень мало, потому что мне было не до этого, и поэтому я много чего не видел. Смотри, Сергей, Игорь Дмитриевич Бурцев, это камень
социолог, исследователь, кретина, вот эти всякие северных людей. Слушай, я, по-моему, связывался с этим человеком по телефону, мы, по-моему, с ним общались даже. С ним разговаривал? Ну, вот не тогда с тобой, а вообще мы с ним, по-моему, это был как раз он. Он мне говорил, что он и с ведущими какими-то палеонтологами общался, которых я на самом деле считаю для себя авторитетными. Вот. Это, скорее всего, да, этот человек. Да, вот у него есть своя команда, и как бы у меня на канале есть там целая, можно сказать, вселенная по вот этим видео. И то, что с ними все случилось, обязательно посмотри, Сергей, у меня на канале есть. Там называется «Снежные люди». «Снежные люди»? Да, да, снежный человек, вот, веснощёк, и как бы они нападают на них, там, прямо когда они в комге сидят на машине, там их трое. Я видел это видео. Видел? Да. Надо посмотреть. Обязательно посмотрю экран. На самом деле, мне показалось, ну, при всем уважении там, к Бурцеву и к всем любителям такого, на самом деле, мне показалось это следствием просмотра Серегиного фильма, то есть это вот люди попытались нечто подобное изобразить. Мне не показалось правдивым это. Ну, Так это, может, раньше меня снято? Нет, это вот было снято совсем недавно, в общем-то. Да, они где сидели в кунге, там черт они что-то такое называли. Где он ему песни пел, по-моему. Надо посмотреть, я не видел, я обязательно посмотрю экран. Посмотри, мне это сильно навеяло, именно твой фильм, мне это очень сильно навеяло. Вот. Скажу. И вот там вот этих существ, они их разделяют на несколько, как бы, можно сказать, видов, наверное. Есть такой Дерган. Ну, свежий человек такой огромный. И вот он приходит и тарабанит этот кунг. И, короче, туда вламывается, а эти защищаются. Потом есть такой чипыш. Он приходит в сарай к этому парню. После тайки он к ним прицепился и туда приходит, и он такие там звуки издает. Ну, так Дима, наверное, в курсах. И вот я хочу, чтобы ты эти видеоролики обязательно посмотрел, потом как-нибудь высказал свое мнение у себя на канале про этот случай. Ну. Просто как бы посмотрел. Я понял тебя, экран. Спасибо огромное за подсказку. Я посмотрю непременно. Я стараюсь громко говорить, потому что мне кажется, что это. Нет, ты когда громко говоришь, начинает эхо. А, да? Ладно. Я что, прошу, потише. Ага, хорошо. Сейчас вот чуть-чуть осталось по технике. Еще вопрос. Я вот это мой личный вопрос тоже. Ты читал случайно книгу «Хохот шамана» Владимир Серкин или Серкин? Извиняюсь, если неправильно высказал. Понял, экран. Я эту книгу не читал, но мне ее рекомендовали очень сильно. Я маленько так ей, как сказать, о ней читал и интересовался, о чем она. Я прочту ее непременно. Да. Смотри, Сергей, там электронные версии много, бесплатных, платных, я не знаю. Не, я люблю читать экран вот именно в переплете, в живом. Я так не могу читать книги. По электронному. И вот, смотри, вот эта «Хохот шамана», я тоже ее наполовину дочитал, потом я ее где-то случайно удалил на телефоне, надо скачать, то есть купить его заново. И вот я хочу чуть-чуть тебе обзор сделать. Это, короче, писатель, там не знаю, какие годы, я его забыл, года полтора назад, или два, я читал его. Короче, он идет в тайгу к шаману, писатель, там, советские времена, 50-е, по-моему. Он там, короче, у шамана живет долгое время, и вот ему шаман рассказывает про свою жизнь, про тех существ, которые там обитают, короче, в этой тайге, к нему приходят. И этот человек даже сам встречается. Плюс рассказывает про гармонию человека между тайгой, между животным, там очень... Блин, интересно и страшно, и захватывающе, очень тебе рекомендую, короче, вот эту книгу про тайгу конкретно, и взгляд шамана, он там такие, можно сказать, правильные вещи говорит. И вот этот писатель все записал и создал книгу, вот. Спасибо, Играм, большое, обязательно я приобрету, только я приобрету ее в бумажном именно переплете. Надеюсь, она есть в переплете в бумажном. Но если нет, тогда, конечно, придется читать в электронном виде. Но в электронном тяжело, я как привык в бумажном. Они есть в переплете в бумажном? Есть, все, сейчас все есть. Отлично. Там для себя, уверен, ты для себя найдешь очень много полезной информации.
Спасибо, Играм. Спасибо. Посоветовать вот всем своим зрителям, кто вот меня смотрит, канал Готика Паранормал, и тем, кто только что смотрит, не подписался, подписаться на мой канал, подписаться на канал Сергея, который находится в описании, и на канал Бэт Пионер. Все ссылки в описании. И вот хочу подчеркнуть, особенно для зрителей своих, напомнить, что Сергей открыл новый, ну то есть официальный свой канал, называется, как он называется, напомните, там трудное название. Сосновая грива. Сосновая грива. Вот ссылка находится в описании. Ребята, будет интересно. Там будут не только всякие страшные, но там будут видеоролики про жизнь на тайге. Очень красивые кадры, ребята, заходите. Подписывайтесь. Пока там разные истории и прочее. Ну, посмотрят ребята, кто зайдет. Да. Ты, главное, Серега, пили контент, как я говорил, по чуть-чуть, поэпизодно, чтобы там не затягивалось, не превращалось в целый полторачасовый документальный фильм. Потому что это, как бы, да. YouTube там, как бы, чуть-чуть люди информацию принимают. Так еще радует, что Сергей снизошел, да, все-таки до этого, снизошел, до того, чтобы замутить свой канал и пилить контент какой-то. Все-таки вот он. Я думаю, твоим зрителям понравится его канал, поскольку Сергей там возле Кострица ночью рассказывает интересные страшные истории, которые там рассказывали ему или которые происходили с ним. Поэтому, я думаю, зайдет ребятам в такой форме интересной. Телефон. Кстати, Сергей, вот этот важный момент. Ты же сам Бога веришь же, верно? Ну, я вне религиозный человек, хотя я и далеко не скептик, но я вне религиозный человек. Для меня понятие Бога – это природа, само вот это бытие, которое имеет и доброе, и темное начало. Создатель, да, вот Бог, создатель. Вот, и получается, есть те, кто на другой стороне, ну, вот эта бесовщина всякая, которая бы там творится. Темная половина бытия. Да, и вот, когда ты туда ходил, ты же не зря вот ставил вот эти всякие эти, потому что ты же уже тогда знал, что в тайге кто-то есть, ну, то есть хозяева, как ты их назвал, верно, как Плафи. Ты же знал, что они есть там. Я вот всегда хотел тебе такой задать. Спасибо, Экрам, за вопрос. Я понял вопрос. Тайга в моем представлении живое мыслящее существо, и когда я оставлял там некоторые угощения из того, что имел сам, это... Да, что-то фонит опять сильно-сильно, большое эхо телефон дает. О, теперь... Алло? Ага, теперь хорошо, она перестала понимать. В моем понимании это тайга, лес – это единое живое существо, мыслящее, живущее тысячи и тысячи лет. И когда я прихожу туда за какой бы то ни было деятельностью, в таких местах, которые как-то выделяются на общем фоне, будь это дерево какое-то или что-то еще, оставляют какое-то то есть подношение, это из того, что сам делюсь, буквально какие-то мелочи, то сухарики, что есть. И просто говорю, обращаюсь как к доброму другу, полагая, что буду услышан, лишь бы слова не расходились с делами. Понятно. Вот, спасибо за ответ. Ну что, парни, я думаю, на этом вроде как все закончили, да? Спасибо, Игра. Ага, ты извини, что это самое, просто видишь, тут маленькое время, сейчас люди придут и нам уже помешают, поэтому нам в любом случае это. Спасибо, Игра, большое, что вышли на связь, что побеседовали, спасибо за беседу. Мир твоему дому, хорошего настроения, будем на связи. Ребят, спасибо, что слушали нас. Привет Казахстану, привет всем странам, которые смотрят на нас. Да, Игра. Я тоже говорю всем привет и спасибо всем, кто слушал нас, что вот проявлял активность, задавал вопросы, которые я озвучил. Ну что, парни, что ты там заканчиваешь? На связи. Да? На связи будем, Игра. Ладно, спасибо большое. Звони по поводу и без повода.
всегда рады. Приезжай в гости вообще, убирайтесь потихонечку. Берусь, куда пойду, в это место. Так и у тебя-то как раз зайдет этот контент. Если ты лично туда придешь, Сергей, это мне кажется, будет вообще бомба. Спасибо, Игорь. Спасибо.